Жительница Ноябрьска стала жертвой сексуального насилия. Как сообщила сотрудникам правоохранительных органов, сама пострадавшая вечером 7 марта она направлялась домой и поймала попутную машину. По дороге женщина и водитель разговорились, однако общительность дамы, по ее словам, мужчина понял превратно. В настоящее время виновному лицу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 131 и частью 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.